Люмос. Оу. Ну, всем привет, ребят, с вами Лысипетур. Мы и пришли, Гарри. Давай. Привет, Гарри. Дамблдор просил передать тебе вот это. Ну и что с тобой опять случилось? Мы дрались на дуэли. Можно же все поправить за 2 секунды. Дамблдор пишет, ему нравятся кислотные леденцы? Что? Это пароль. В этом году Дамблдор будет давать мне частные уроки. Может, он хочет научить тебя каким-нибудь суперсильным защитным чарам? Ну, из-за пророчества. Пойдем, Рон. Я помогу тебе с домашним заданием по защите от темных искусств. Ну, да, давай. Ну, вот и отлично. Так, ну, погнали. Так, куда идти? Ник? Пожалуйста, мне нужна помощь. Торопись, Гарри. Нельзя заставлять профессора Дамблдора ждать. Ну, погнали, Ник. Перед главным входом. Так, а, Ник. Ты мне поможешь? Кто вообще делся? Блин, приз. А, понятно, вот сюда. Теперь куда? А, вот, все. Кислотные леденцы. О, сработало. Добрый вечер, Гарри. Я вижу, ты получил мое сообщение. В этих флаконах содержатся воспоминания о Волан-де-Морте. Вот это воспоминание о том, как я встретился с ним впервые. Ты ведь знаком с моим омутом памяти? Сегодня ты погрузишься в него со мной. И что не характерно, с моего разрешения. И увидишь Тома Редла до того, как он стал лордом Волан-де-Мортом. Я пришел пригласить его в Хогвартс. Здравствуй, Том. Ты особенный, так ведь, Том? У тебя есть странный дар. Ты волшебник. Нет ли у тебя в коробке чужих вещей? Он воровал у других детей? Еще хуже. Из прошлого Волан-де-Морта можно узнать о нем очень много. Из прошлого, которое привело его в Хогвартс. И от наставника, с которым он сблизился. Слизнорт? Да, Гарри. Профессор Слизнорт водит дружбу со знаменитыми и влиятельными людьми. Он их коллекционирует. И вы хотите, чтобы он меня забрал? Да, Гарри. Будет полезно установить доверительные отношения с профессором Слизнортом. На сегодня все. Но мы еще поговорим. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Ого, так у нас открылось еще новые проходы. Шалость удалась. Классно. Эй, вы неудачники из команды гриффиндорских неудачников. Как образно. Сам придумал? Или Малфой подсказал? Посмотрим, как вы посмеетесь, когда ваша команда развалится. Неудачники. Я слышала, слизеринцы хотят сорвать наши отборочные соревнования. Пойдем быстрее, пока они не подстроили какую-нибудь пакость. Мракоборцы открыли все части замка. Давай пройдем через часовую башню, так будет быстрее. Пойдем. Погнали. Так. Ты уже определился, какие будут отборочные испытания? И не бери игроков в команду лишь потому, что они были в команде в прошлом году. Такой подход – верный способ испортить команду. Только бы слизеринцы не сорвали нам пробы. Да, нормально все будет. Соберешь хорошую команду. Блин, игра просто суперская, музон, вообще все офигенно. И почему-то она напоминает мне Були, даже не знаю почему. Скорее всего, за походки их ней, да. Такая походка как раз как Були. Надо будет Були пройти. Почему бы нет? Я как-то уже пытался разок, но и так и забросил за то, что у меня пропали сохранения. Извините, ребят, кто поклонник Були. Как-нибудь я пройду его до конца. Спасибо. Так, а, не сюда пошел почему-то. Пойдем, пойдем. Ух ты, блин. Что? О, мракоборцы решили ее снова закрыть? Боже мой, как же вы попадете на испытание? Ты закрыл ее? Ага, увидимся, неудачники. Как же нам добраться до стадиона? По-моему, надо починить рычаг. Репару должно помочь.
Крипаро. О, командная работа. Крутяк. Открывай. Отлично. Ну и задам же я Гойлу. Вингардиум Левиоса. Молодец. Отлично придумал с решеткой. Если тебе нужно срезать путь, проскочи за моим портретом. Это здесь проход на стадион? Не совсем. Он ведет к большой лестнице, но все равно запомни его. Отлично, спасибо. Если тебе еще раз нужно будет срезать путь, скажи «Прекрасный Кадоган». Пойдем, нам надо на стадион. Прекрасный Кадоган. Ну, блин, и заклейте вас, ребят. О, что это такое? А, это я знаю, это кусочки медальона. Так, теперь репаро. Подожди. Не-не-не, не то. Вот это. О! Колдуй. Ты чего делаешь? Что ты вообще делаешь? Совсем чукнули, что ли? Пошли. Здесь ученики с ума сходят. Так, давай. Блин. Дадите все. Вот это экшен, конечно. Electronic Arts молодцы. Офигенную игру забабахали. Вот он. Как ты просочился сквозь решетку? Тупица. Посмотрим, как ты будешь играть за тупой Гриффиндор, когда столбенеешь. Чего, бой? Остолбенеешь. Только вот я забыл, как здесь экспеллярмус использовать. Как там? Подожди, как там? Ой, блин. Так, подожди, как его использовать? Я забыл. А, все, понятно, вспомнил. Умирай, Гойл. Получай. Хе-хе-хе, лох. Лол. Идем на поле. Надо убедиться, что они больше ни на кого не напали. Что, блин, за война здесь вообще? О, камень. Ага, понятно. Попробуем в следующий раз. Ладно, пошли. Ты там бежишь? Пошли, я ж не знаю, куда бежать. Ты меня ведешь. Так, о, медальон. Чуть не пропустили. Отлично, пошли. Жим. Да, ну я так и делаю. Спасибо за подсказку. Конечно, одно не очень приятно, что оно размазывается так. Давай, куда? А так, в принципе, все идеально. Так, где-то здесь еще медальон был, помню. Ага, вот он. Ну, мы его достанем потом. Потом я вам все покажу. Если вообще достанем. Потому что, как я сказал, первой части... Это даже не нужно. Хоть, в принципе, да, мы прокачиваемся. Ой, извините, ребят, извините. Мы прокачиваемся. А так больше только ради прокачки нужно их собирать. Уже 18. Классно. Так. Здесь еще. Ну, давайте достанем этот медальон. Эх. Как-то... Подожди, куда тут вообще улетает в другую сторону? Гарри, давай. Да. Отлично. Все, пошли. Можно идти. Вот это, конечно, проходы через пещеры, да, очень интересно. Так. Там. Там. Даже там. Здесь закрыто, понятно. Нам еще откроется. Так, а эта фигня, я уже забыл, для чего даже нужна. Да, как раз на него иду. Да, и здесь испытание. А там у нас школьный двор. Там можно еще воевать, это я точно помню. О!
отлично. Это все позбираем. Ну, давайте начнем задание. Готов встать на ворота, Уизли? Кстати, может, познакомишь меня с Грейнджер? Хотелось бы пообщаться с ней поплотнее. Ну, ты понял. Ну, Гарри, нам пора начинать. Спасибо всем, кто пришел на пробу. Сегодня мы отбираем игроков в гриффиндорскую команду по квиттичу. И если вы были в сборной в прошлом году, это еще не гарантия, что вас примут в команду. Вот как. И тебя это касается? Дурак, что ли? Он капитан. Это еще ничего не значит. Он был хорошим ловцом, но, может быть, он был ранен, сражаясь с этими пожирателями смерти. Потерял форму. Давай, Гарри, покажи им, как это делается. Ты уже выступил классно. Пусть Маклагин сожрет свою метлу. Маклагин, сожри свою метлу. Так, ну давай. Сейчас я покажу вам мастер-класс. Садись, Гарри. Я даже одну руку за спину брал. Сейчас буду чисто мышкой руководить. Ну, погнали. Опа. Но сейчас я ничего вообще не делаю. Начинается экшен. Все, погнали. Опа. Так, там бой идет уже. Вот так, вот так. Опа. Оп. 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 Отлично. Так, здесь главное осторожность. Так, давай, Гарри, давай. Вот это, конечно, зрелищно. Вот это зрелищно. Очень красиво. Так, так. Так, 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 так. Давай, раз. Два. Убираем. Ну, это все, конечно, легко, даже очень легко. Но потом, ребят, я вас уверяю, будет очень нелегко. А даже сложно. Опа, здесь видите, где-то даже времени, если ты не успеешь собрать количество этих штук, звездочек, тогда у тебя просто время выйдет, и ты не сможешь ничего сделать. Так что здесь надо быть внимательным очень. Вот сейчас я должен успеть. Есть, успел. Опа. Ну и даже после прохождения так и не понял, надо вообще отталкивать их или что с ним вообще надо делать. Стой, могу дрифтевать. Вот так. Ну, будем их отталкивать. Да. Оп. Отлично. Еще их толкать постоянно, чтобы они встали. Вот так. Е-е-е, поймал. Ты ни хрена себе там в битва. Жетон ловкость. Отлично. Жетон маэстро. Два жетона за один раз. Да? Круто. Оба взяли по три. Все решает последний удар. Нифига себе. Чуть не упал. Его сестра подыграла ему с последним броском. Ты лучший, Рон! Рон, ты все сделал классно. Первая игра будет против Слизерина. Готовьтесь. Гарри, когда первая тренировка? Посмотри на доске объявлений, там расписание тренировок. Видела Маклагина? В последнем броске он так метался, как будто его оглушили заклинанием «Конфундус». Ну, он... Гермиона, ты
слышала о заклинании Секту Семпра? Нет. Оно из той книги по зельям? Ага. Там сзади написано, что книга является собственностью принца полукровки. Никогда о таком не слышала. Ты бы лучше вернул эту книгу. Да ладно, он просто гений. Ну и вот такая серия у нас, ребят. Будем с вами прощаться. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Салют. О, да. О, круто. Отлично. Всем пока.